Мать четверых детей Юлия Шестакова в свой родной дом заходит с тяжелым сердцем, потому что жить здесь теперь невозможно. Больше месяца назад сотрудники «Газпрома» отключили газовый котел за долги, и многодетная семья вынуждена была бежать из собственного дома, спасаясь от холода. Газ у нас был отключен, пока еще было возможно здесь жить. Мы жили, готовили на электрической плитке и отапливали, по крайней мере, одну комнатку, где спят маленькие дети, обогревателем. Ну и когда уже выпал снег, совсем похолодало, вот в сентябре мы съехали к бабушке. Нет никаких пунктов о том, что тут могут быть маленькие дети, это как-то может причинить и вред здоровью нанести, ничего такого вообще. То есть они считают, что их действия вполне правомерны, несмотря на большое количество маленьких несовершеннолетних детей в доме. В 2015 году семья котел меняла. Вызывала специалиста, на руках все бумаги. Котел подключили. Дальше начали приходить квитанции. Ежемесячно по 700-800 рублей женщина платила, как оказалось, только за плиту. В апреле этого года пришла квитанция с долгом 90 тысяч рублей. Сумма для многодетной семьи, где мама в декрете, неподъемная. Начались разбирательства. Юлия писала во все инстанции и нашла юриста. Сначала было судебное взыскание с меня, то есть приказ был. Мы написали возражение, была отмена судебного приказа. И с этого момента, хотя они и грозятся каждый раз, когда я с ними разговариваю, с начальством «Газпрома», они говорят, что мы напишем исковое заявление, но до сих пор, я так понимаю, оно не было написано. Специалисты «Газпрома» отмечают, Юлия сама должна была известить службу о подключении котла и внимательно смотреть, за что платит, а за что нет. У сотрудников службы не было другого выхода, поэтому газ они и перекрыли. В июне 2019 года в адрес абонента «Газпром Межрегионгаз» направил заказное письмо о приостановлении поставки газа в случае неоплаты задолженности. После данного уведомление тоже никаких действенных мер не предпринято. И вновь никаких обращений в «Газпром» Межрегионгаз от жильцов не поступало. И уже в результате 13 августа, строго по закону, мы были вынуждены приостановить поставку газа абонентам. И на 13 августа задолженность их на момент отключения составляла более 91 тысячи рублей. Прокуратура перенаправила обращение в жилинспекцию. Специалисты изучили документы, все проверили и не нашли нарушений в действиях «Газпрома». Перед законом и отключением все равны. Многодетным семьям без преференций. В законодательстве нет никаких упоминаний и как бы отсылок по количеству, по составу в семье именно. Там должен соблюден именно порядок отключения. Порядок отключения у нас как раз и предусматривает, что у нас человек, у которого будет отключено газовое оборудование, он должен заблаговременно быть оповещен об этом, и не просто оповещен, а именно должно быть подтверждение того, что человек получил извещение и знает об этом, то, что будет у него проходить отключение от газа. У Юлии и ее семьи теперь только один путь – выплатить долг. Газ ей снова дадут. Правда, за отключение и подключение придется дополнительно заплатить еще по 1500. Рассрочку обещали, но только на 12 месяцев. Где брать по 8000, помимо текущего платежа, семья не знает. Пока вшестером живут у бабушки. Мария Смирнова, Антон Осипов, Денис Денисов, РТВ Иваново.